Привет всем любителям баскетбола. Время Единой Лиги ВТБ. Мы с вами отправляемся в Москву, где в Крылатском на паркете баскетбола сойдутся местная МБА и питерский Зенит. Красёв не сбивается со средней. И здесь вот Томас Ртель обокрал соперника в центре площадки. Какая красивая передача на Сергея Красёва. Под ногой. Как и Макар Коновалов обладает солидной скоростью. А здесь какая передача на периметр. И забивает с дальней дистанции. Эта атака действительно получилась на загляденье. Тоже хватает у обеих команд. Коновалов. Какая потрясающая передача на Антона Пушкова. Здесь очевидно. Крупный плеймейкер. Коновалов делает скидку на партнера. И снова нужно отметить потрясающую передачу. Уже после этого было тяжело вернуться в игру. Но вот сейчас МБА смотрится очень здорово. Даже несмотря на то, что в этом владении отбиться против Артема Клименко они не сумели. И даже останется время на ответ у Зенита. Кулагин устремляется под кольцо и попадает под блокшот Ильи Платонова. Соперники знают друг друга просто великолепно. Кулагин под кольцом заставил всех соперников поверить, что он будет бросать сразу после получения. Фрейзер стал играть пик-н-ролл с Зубковым. Снова будет бросать, скорее всего, с дальней дистанции. Так оно и происходит. И Фрейзер свой мяч забивает. Вот опять же, вроде бы ничего не предвещало беды. Евгений Борнов здесь порадовал всех броском сверху с двух рук. И минута играть. И я думаю, что все прекрасно понимают, что чудо в этом матче уже не случится. Лагин. Красивый момент. О, это красота. Это самая настоящая красота в исполнении Томаса Эртеля и Ройса Хэма. «Зенит» выходит в полуфинал. Единой Лиги ВТБ. Счет серии 3-1. Финальный счет.